Так, ну ладно. Я больше не могу. Когда-нибудь меня прямо над этим... А чё там, что-то там? Ну, пора рано работу. Надо сначала мусор бы вынести. Господи боже, твою мать. Просто не буду обращать внимания. Алло? Привет, это я, Шарлотта. Я опять тебя отвлекаю, наверное. А, привет. Нет, я просто... Я отчеты писал о недавних вскрытиях и как раз собирался на работу. Знаю же я, в какой момент позвонить. Это уж точно. Как ты там поживаешь? Ну хорошо, спасибо. А у тебя как дела? Да ничего нового. Вот пару дней отпуска взял недавно. О, это прекрасно. Может, было бы у тебя время для меня кое-что поискать? Что поискать? Ну, фотос, которое у тебя просила. Оно еще не дошло? Я письмо неделю назад отправил. Нет, пока нет. Терпения мне не хватает, да? Извини, что тороплю. У тебя так много дел. Я подумала, что может быть ты забыл. Нет, все хорошо. С моими таблетками... О, таблетки. Чуть не забыл принять таблетки, кстати. Сама видишь. Ага. Мне пора. Да-да, конечно. Если письмо так не найдет, позвони мне еще раз. Тогда я попробую. Не знаю, поищу что-нибудь другое. Правда? Правда поищешь? Я буду очень рада. Серьезно. Угу. Да. Я знаю, что для тебя это очень важно. Ладно, не буду больше тебя задерживать. Спасибо. Пока. Давай, береги себя. Пока-пока. Черт. Я что, адрес неверно записал? Надо таблетки принять, наконец-то. Так, давай примем таблеточки. Может, просто попросить Шарлотту приехать, пусть сама выберет что-нибудь. Вынести мусор. Вот это вот и надо? Или не? Ага. То есть вот эти 6 пакетов тебя не смущают, и главное это вынести. Ладно. Фу. Ладно. Закрываем дверки и пошли. Не понимаю, почему у него все время нет сил. Наверное, из-за этих таблеток, которые он постоянно принимает, я не знаю. Даже так. Здравствуй, белочка. Блин, если честно, я рассчитывал, что игра будет совсем иной, немножечко другой. Ну, не такой, не знаю, нудной. Ну ладно, я, наверное, сильно много хочу. Ну, дай бросить. Все, хорошо. Сесть в машину, меня тошнит от тебя. Так, надо будет позвонить в пятницу. Только я так не верю, кому. Только не врушь, сейчас будет опять рабочий день наш. Кстати, кто смотрит эту игрульку? Ну, полностью все серии. Как вам она? Можете написать комментарий. Можем немножко пообсуждать. Не знаю, как по мне сильно затянутая реальная игрулька. Можно было как-то сократить это все и приступить к хоррору. Так, почему я никак проснуться не могу? А? Что это было? Это я, Джек?
Рипли. Доброе утро. Что-то рано вы сегодня. Ничего. Так не бодрит, как наши разговоры. Стивен доставил тело? Да, каталка в коридоре. Может, пока будешь вести ее? Что-то там. Пока мы будем что-то вести, то мы будем вести. Черт, тяжело. Мистер Ридли, мне понадобится помощь. Я не смогу сам переложить тело на стол. Ридли? Что ж, было непросто, но можно теперь начинать. Ладно, давай начинать. Так что нам нужно? Ага, одеть перчаточки, одеть форту, да? Так, сегодня не буду записывать лекцию для студентов. Это хорошо. Так, берем диктофон с собой. Так, 27 ноября, 17:14. Вскрытие проведет доктор Джек Хэмман. Ладно, давай приступим. А, сначала улики, ну да. Сначала давай улики. Это наш Джесси. Есть судимости, ограбление и сбыт наркотиков. Так, труп был изуродован, вещи, которые, возможно, принадлежат, были найдены неподалеку. Хорошо. Тело обнаружили в лесу около Питтсвилла. Причем совершенно что-то там. Так, отец бизнесмен, судя по снимку, который сделала полиция, тело даже не пытались нормально спрятать, а просто бросили, забросали тонким слоем земли, листьев и веток. Как-то нехорошо звучит. Ладно, давайте вскрывать. Открою мешок. Твою ж мать. Труп был изуродован. Ну и работенка мне предстоит. Так, проверю, что там вещи, которые привезла полиция. Да, давай проверим. Может, там найдется то, что не стало бы обращать внимание полиция. Так, кожаный ремень. Он долго его носил. Так, джинсы. Так, не думаю, что пятна крови связаны с ранением. Зажигалка с гравировкой в виде полицейского значка. Он либо украл ее, либо купил в ломбарде. Выглядит знакомо. Нет, наверняка просто совпадение. Это, наверное, будет как в прошлой серии, да, что мы нашли кольцо, а это вот зажигалка будет наша. Так, любопытно. Больше всего крови на горловине футболки. Но, учитывая, что ему отрезали голову, это, как говорится, неудивительно. Может, преступник натянул ему голову, футболку на голову? Так тщательно смотрите вещи в поисках улики. Все? Осмотрели? Не, штаны, да, наверное, еще остались. Так, видно следы грязи, крови и мелких кусочков листья, да? Волочили его по земле. Ну все. Алло, игра, отпусти меня, пожалуйста. Ага, вот мы не нашли. Что у нас тут? Похоже на кусочек кожи, чешуйку. Это могло сдать признаков того, что к смерти причастное животное. Ну, все. Блин, на ремне, наверное, что-то я не нашел. По-любому, да? Так, эта штука не открывается?
Нет ли здесь потайного, как говорится, у нас барменчика? Вроде нету. Ладно, давай футболку еще раз осмотрим. Ну все, я полностью все осмотрел, а выйти я не могу никак. Ага, вот еще что-то, что у нас здесь. Еще одна чешуйка. Отличается от первой. Это как «Жизнь Луи», кто смотрел, там был этот серия про... Как Луи себе рыбку покупал и хотел назвать ее чешуйка. Че, этот хотел назвать ее перец, а папа хотел назвать ее чешуйка. Чешуйка вторая. Да. Лучше бы «Жизнь Луи», наверное, смотрел бы. Ладно. Найдите в кабинете энциклопедию дикой природы. Только вторая. Так, давай смотреть. Так, нужно выяснить, в его смерти виноваты животные, либо нет. Так, пойти в лабораторию и сравнить чешуйки с рисунком. Ага, это не лаборатория. Так, лаборатория у нас, по-моему, вот здесь. О, бонжур. Кто? Кто это? Ну, это чувак, который лежал там, наверное. Так, какая там страница? 1, 2. Что за 1, 2? И как ее листать? Ага, вот чешуйка. Так, сначала проверь, нет ли отпечатков зубов. Ага, это крокодил, да? Ну, либо аллигатор, либо крокодил. Так, вот она. О, да. Одна из черепах и правда однажды убила. Так, мне нужна информация только о крокодилах. Ну все, вроде бы, да? Боже, я так устал. Выпить бы кофе. Что я собирался? А, фотографии. Нужно будет показать их. Так, ладно, давайте фоткать. Ну что ж, приступим. Так, вроде нормально. Так, давайте смотреть. На ноге у нас... Эту рану явно нанесли уже после смерти жертвы. Хорошо, рука. Ну. Хорошо. Вряд ли человек мог нанести такое ранение. Да по-любому крокодил. Так, шея. Нет, не шея. Вот грудь. Интересно. Это стоит изучить подробнее. Скверно. Блин, ну я же сюда не фотографом пришел работать, правильно? Что там, ножки будем фотографировать? Так, следы на лодыжках, по всей видимости, от веревок. Сейчас, секундочку, ребят, секундочку. Продолжим сейчас. Так, ага. Так, не думаю, что он смог сделать это себе сам.
Вот еще следы. Ага, да, вот следы крокодила. Либо аллигатора, не знаю. Укус, как и ожидалось. Так, вот еще. Да, кстати, всем приятного аппетита, кто сейчас смотрит. Головы нет. Сложно не заметить. И последняя фоточка. Ага, вот. Так, раны были нанесены чем-то острым. Хорошо. Мне нужно собраться с мыслями и взглянуть на фотографии. Так, поехали. Так, здесь не обойтись без лупы. Так, здесь диски фотографии куса на руке покойного. Вот это, да, она? Или нет? Миша? Ну вот у нас рука, и вот у нас рука. Это нога, все. Ну вот укус. Выглядит многообещающе. Так это ж не рука, это почти живот. Так, с помощью фокуса увеличить снимок. А, с помощью факса. Так, поехали. Так, потрясающе. Угу. Взять увеличительный снимок. Окей. Использовать кальку в кабинете для дальнейшего изучения. В кабинете. Пошлите в кабинет. Так, где у нас тут? Куда я их бросил, ничего не помню. Вот это вот оно. Ага, сейчас начнется этот поиск, да? Документов. Чего там мы ищем? Ладно. Так, использовать кальку в кабинете для дальнейшего изучения. И... А, вот. Дай сюда. Так, нужно иногда класть вещи на место. Хорошо, поехали. Хорошо, что Дороти оставила здесь, иначе бы пришлось ехать домой и искать похожую книгу у себя. Сравнить курс с рисунками. Ага, а где у нас энциклопедия? Энциклопедия у нас в лаборатории. Пошли. Так, поехали. Нужно сюда, да, положить? Что я делаю не так? Ага, вот оно. Нет, не подходит. Тоже не подходит. Так, погоди, дай поднять. Тоже не подходит. Может, это подойдет? Во, да, отлично. Так, скорее, чешуйки тоже принадлежат ему. Так, можно обвинять аллигаторов, которые водятся в этой местности. Так, человек — самое опасное животное во всем мире. Нужно сделать пару заметок, а потом начать вскрытие. Так, провести вскрытие. Но у нас опять начинается вот эти вот мигания. Значит, нужно было выпить, наверное, таблеточку. Так, давайте приступим.
Так, осмотри все, что вызывает подозрение с помощью лупы. Ну да, как обычно. Давай, шея. Паршиво выглядит. Отрубили не за один раз. Так. Несколько ножей хранения разного размера и глубины. Ну, дай навестись. Миссисипийский аллигатор. Довольно странно, что от укуса аллигатора мог оставиться такой явный след. Отпечаток довольно глубокий и хорошо его не видно. Должно быть, Эванса бездвижили при помощи ремня. Тут явно потрудились животные. Они разорвали кожу, мягкие ткани и гениталии. Даже здесь следы зубов, но не похоже, чтобы аллигатор мог это сделать. Укус пришелся прямо на рану. Если я просто сделаю снимок, нужно сделать слепок. Укус не глубокий, хорошо будет взглянуть на него поближе. Вдруг остались следы зубов. Крокодилам и насекомым, правда, правая сторона понравилась больше. Следы связывания можно заметить, стертую кожу и мелкие раны. Так, вроде все. А не, вот и все. Видимо, убийца не сразу пал по шее. Да, будем зоолога в свое время, ребят. Слепок зубов. Набор в лаборатории, пистолет для слепковой массы. Так, где оно находится? Где этот пехаль? Ну правильно, это ж лаборатория. Ага, вот он. Рассрочено на месяц. Не страшно. Все, идемте делать слепок. Бонжур. А, прям на пипи. Так, нужно залить место укуса. Теперь нужно ждать, пока мест засохнет. Думаю, готово. Видимо, от идеи со слепком придется отказаться. Тут явно считается рельеф. Ага, вот зубы, видишь? Отпечатков зубов. Так, надеюсь, что с печатком повезет больше. Так, хорошо, кисточка. Все, идемте. Погоди, еще не все. Так, взаимодействовать. Наносим чернила на место. Во, во. Отлично. И прикладываем бумагу. Отлично. Не очень странно. Отсканирую при помощи факса. Посмотрим изображение на компьютере. Что-то не сходится. Все, дай сюда. Оно браться не хочет. Только не говори, что ты все приболел. Да, ребята, не хочет взаимодействовать. Так, загрузить. Так, полицейская база по слепкам зубов, да? Ну давай начнем с первой. Так, анализ.
Нет совпадений, хорошо, поехали дальше. Нет совпадений, едем дальше. По-любому, либо предпоследняя, либо вот это вот. Во, отлично. Придется подождать. Все, закончили. Нет совпадений. Хорошо. Давай второй. Блин, ну это реально уже чересчур. Они могли бы это сделать чисто как фильмом, знаете, что он сам ищет, а не нам приходится тыркать. Чересчур сильное погружение в игру. Это же самое, что в PUBG надо было делать самому патроны. Так, отлично. Поехали. Наверное, не подходит, да? Ну да, нет совпадений. Давай третий попробуем. Нет совпадения, тогда четвертый, значит, по идее, должен быть. Только не решу, это второй был. Угу. Ладно, давай второй, потом последний. Ой, совпадение, пожалуйста, подождите. Ну, наконец-то. Объект не найден, объект не найден. Это человек в тюрьме. Его можно вычеркнуть. Еще один заключенный. У тебя весьма необычные наклонности. Он мертв, не подходит. Тоже не то. Боюсь, это тайну мне не раскрыть. Так, продолжить проведение вскрытия. Только нам очень плохо, ребят. Пошлите таблеточку премиум. Я просто не хочу, чтобы она сейчас тут крыша с вами поехала. Так, таблетки, таблетки, таблетки. Ну, я парниша, во, грязными перчатками, молодец. Ой, хорошо, да? Все, отпустила. Так, идемте дальше заниматься нашей работой. Так, что берем? Ага, отмерьте все на планшете. Давай. Раз, два. Так, все, вроде все отметили. Так, возможная причина смерти. Так, обезвоживание, улучшение, а, удушение кровью, кровопотеря. Так, пора приступать к внутреннему анализу. Наконец-то. Что-то в этот раз мы по-другому как-то вскрываем, да? Заметили? Так, теперь нужны нам реберные кусочки. Отлично. Так, органы увеличены из-за ожирения. Так, он был курильщиком. Угу. А вот и причина кровотечения. Так, это признаки того, что человека могли ударить в грудь тупым предметом. Так, погибшего 7 раз ударили острым инструментом, показывая грудную... А, проколол грудную клетку, 6 ударов, нарушили целостность легких тканей, хорошо, сердце. Ах,
Так, механические повреждения сердечной мышцы. Рана от удара ножом, препятствующая ее нормальной работе. Так, органы увеличены. Желудок. Все, мы не будем его разрезать, не? Печень. Во. Так, болезнь хроническая и не повлияла на смерть погибшего. Хорошо, тут ничего отмечать не надо, нигде. По-моему, не. Так, давай желудок. Угу, давайте, идемте препарировать желудок. Половину текста я не зачитываю, потому что, если честно, уже чуть поднадоело. Так что давайте, наверное, это будет у нас сегодня последняя серия, так что... Тем, кто хотел досмотреть до финала, ну сори, ну мне прям аж реально нудно. Кровь. Должно быть, Эванс налатался ее, когда ее ранили. Значит, когда его сильно ударили, он был еще жив. Угу. Окей. Так, трахея, да? А не, желудок сначала. Потом трахея вроде бы должна быть. Все? Да, давай трахею. Так, интересно, она уцелела. Разрежу ее. Идем. Итак. Делаем осторожный надрез. И вот так. Кровь. Как и ожидалось. Эванс не только проглотил кровь, но и захлебнулся ею. Кажется, можно заканчивать. Все, можно зашивать. Только соберусь с мыслями. Короче, он задохнулся. Удушение кровью, да? Так, человеку отрезали бошку, от этого он и умер. Потому что, типа, можно не брать в расчет и укусы животных. Так, убийство и наша подпись, ребят. Все, отлично. Теперь нужно зашить тело. Мне нравится, как он зашивает быстро вот так. Оп. Урона выглядит относительно чистыми. Посмотрите, поместить его в холодильник. Блин, ну на этот раз как-то мы быстрее, да, это все сделали. Время вернуться домой. Да, спокойной ночки тебе. А мы пошли домой. Так, делаем вид, что мы выкинули перчаточки. Давай, наверное, сейчас помоем ручки. Моем ручки, да. Примем таблеточки и поедем домой. Все, отлично. Хотя, конечно, после такого в душ хочется сходить, но тут душа вроде нету. Припли, я поехал. Сейчас еду домой. Да чтоб тебя. А, шину проколол. Какого хрена? Камон, это не может быть. Что за хрень тут творится? А, говорю, что здесь какой-то подозрительный тип шлялся. Ага, даже 4 кольца прокололи. Значит, что случилось с шинами, понял. Слышь, Рипли, а что у меня с тачкой случилось? Иди-ка ты сюда, охранник ты наш. Алло.
А, открой дверку, пожалуйста. Я тебе сейчас. Так, узнать, что случилось с машинами. Че это с шинами? А куда, где узнать? Куда узнать? Куда идти? Можно мне подсветить вот это вот место, куда нам нужно идти? Рипли. Открывай, собака. Так. Может, он тебя видел? Ага, отверкой. Понял. Погрыз с Ридли. То Ридли, то Рипли. Не поймешь. Ридли, знаешь, что случилось с моей машиной? Что с вашей машиной? Шины проколоты. Ну, бывает. У вас запаски с собой нету? Запаски с собой. Я бы посмотрел на идиота, который сразу 4 запаски с собой возил бы. Господи, успокойся, я вызову вам такси. Это немного... немного слишком. Вам не кажется, мы здесь не видели? Странно. Или подозрительного? Помимо вас, нет. Очень смешно. Что за идиотские шутки? Какие еще шутки? Что с вами, Хэммонд? Это же просто шины. 4 шины за один раз случайно прибить невозможно. Что-то происходит странное на прошлой неделе, вот, и сегодня тоже. Такси скоро прибудет. Подышите свежим воздухом. Слышь, а как ты его вызвал? Телепатически или что? Ничего не сделаете? Чем вы тогда здесь занимаетесь целый день? Такое сложно пропустить. Подождите на улице, пожалуйста, остыньте. Я звоню такси, остыньте. Хорошо, подождем. Выйти на улицу, сесть в такси. Где такси? Где такси? Где такси? Дай такси. Ну, явно ж не сюда, правильно? Сюда же такси не заедет. Ну да, там подвал. Там еще что-то. Вот это вот такси. Слышь, Рипли, может, я тебя велик возьму? Почему я не выйти не могу? Что случилось? Так, вы на улицу. Хорошо, давайте попробуем еще раз зайти и выйти. Может, кажется, она сработает. Я просто... хочу просто лечь и уснуть. Во, да. Сработало.